Собрали мы велосипедик, точнее починили, перебрали втулку, поменяли заднюю кассету, поменяли цепь, полностью почистили переклюк, поставили ролики, поменяли звезды, здесь комбо звезды средние и маленькие тут вместе, поменяли, соответственно, две звезды, настроили задний переклюк, настроили передний переклюк, замена кассеты, чистка задней втулки со снятием центролока, замена тросика рубашки и настройка всего этого дела обошлось клиенту чуть меньше 4000. Вот примерно такая ценовая политика со стоимостью запчастей. И второй похожий велосипед. Здесь уже стоит у клиента новая кассета, поэтому мы менять кассету не будем. Мы сюда поставим другую систему, немножко бэушную, но в хорошем состоянии. Поменяем цепь. Вот это вот жуткое. Сейчас мы все вычистим. Поменяем рубашку и тросик. Переберем рулевую, переберем переднюю втулку. Поменяем, наверное, покрышки. По крайней мере, заднюю точно, потому что она с апреля. Обойдется это примерно от 4 до 5 тысяч за практически полное обслуживание велосипеда. Только каретку мы пока оставляем. Все остальное мы меняем и настраиваем. Колодки еще меняем. То есть где-то до 5 тысяч обойдется полное обслуживание. Замена запчастей. Kissing the moon, kissing the moon.